Бурные аплодисменты. Ну что ж, давайте знакомиться. Значит, я один из тех людей, который, как ему кажется, что-то понимает в физиологии спорта. Ну, почему я могу так утверждать? Потому что мне посчастливилось работать с теми авторитетными людьми, которые работали и работают в спорте высших достижений. Некоторые из них ушли, как, например, Дурманов Николай Дмитриевич. Ну, наверное, кстати, фамилия, имя что-то говорит вам. Других ушли, как Португалова Сергея Николаевича, третьи уехали в далекие страны, как Родченков Григорий Михайлович. Вот. Это те люди, которые в последние десятилетия определяли философию подготовки к стартам, философию тренировок с точки зрения повышения работоспособности спортсменов, сохранения их здоровья, вот, и получения результата. Ну, а вы, я так понимаю, это те экстремалы-любители, которые... которые или решили пробежать лыжный марафон, или просто марафон. Кто-нибудь вообще, давайте так, вот марафоны кто пробежал уже? Это обычные марафоны, понятно. Кто планирует пробежать? Ну все, тогда я думаю, для вас будет интересно. Айронмены, кто планирует? Или половинки? О, это уже серьезные товарищи, так сказать. Вот. Ну и, соответственно, лыжные марафоны, это примерно, это лыжные марафоны. Вот. Поэтому для меня циклические виды спорта тоже близки, потому что случилось так, что в течение предыдущих 6 лет я работал в НИФКе, занимался подготовкой и сейчас занимаюсь в спорте высших достижений, сопровождаю многих ведущих спортсменов. Ну, а последние 4 года как-то получилось, что я помогаю любителям подготовиться к марафонам. Вот. Ну, самое экстремальное, что в моей практике было, это подготовка и сопровождение спортсмена во время Трансальпа. Кто-нибудь трансальпийский марафон бегали? Не бегай, ну, это марафон, умноженный, наверное, на 10 по своей экстремальности, так сказать, и сложности. Вот. Ну, работаю с марафонцами, поэтому как мы построим нашу беседу? Я вам постараюсь максимально сжато, с цифрами, без воды, рассказать, что нужно делать, как готовить себя, какие проводить тестирования, для того, чтобы понимать, насколько вы готовы и ваш организм готов для участия в таких экстремальных мероприятиях. Вот. И, естественно, остановлюсь, не касаясь тренировок, как питаться, какие продукты использовать, в особенности специализированные продукты, во время тренировок, во время подготовки к марафонам или к каким-то длительным нагрузкам, и во время нагрузок, и постараюсь это на цифрах показать, как рассчитать, все же, что нужно, как нужно есть, что не нужно есть. Что такое современный спорт? Это огромные объемы тренировок. Вот, если мы посмотрим стандарт подготовки на этапе спортивного совершенства, то планируется не менее 1456 часов тренировок, или 416 тренировок в год. Это вот тот минимум, который необходим современному спортсмену для того, чтобы показывать результат. Естественно, ввиду большой интенсивности тренировок, очень высокая калорийность рациона у современного спортсмена и очень большое разнообразие специализированных продуктов. Сколько различных добавок употребляет современный спортсмен? Скажем так, столько, насколько хватит его
кругозора, вот, ну, в какой-то степени бюджета, потому что, к счастью, спортсмены сборной России на сегодняшний день должны получать спортивное питание во время тренировок на сумму 500 рублей в день, во время соревнований на сумму 2000 рублей в день. Это вот добавки, которые полагаются спортсменам в спорте высших достижений. Ну, и, соответственно, еще что-то, что они там приобретают себе сами. Если говорить о количестве, то это, ну, примерно там хороший чемодан, где там от 15 до 20 различных добавок. Вот. Нужно ли столько любителям? Ну, столько не нужно, но какая-то значимая часть нужна. Об этом мы поговорим попозже. И, естественно, фармпрепараты. Вот. Ну, давайте не будем лукавить, так сказать, что там фармакологии в спорте нету. Она есть. Только одна беда, что 95% эффективной фармакологии на сегодняшний день запрещено ВАДА и является допингами. И осталось вот то небольшое количество фармпрепаратов, которые пока не запрещены. Вот. Или там еще не запрещены, потому что о них не знают. Кстати, если говорить о любительском спорте, к этому вопросу нужно подходить очень осторожно. Вот, только по показаниям, только в том случае, если у вас есть врач, который вас сопровождает, потому что можно такого, таких коктейлей намешать, особенно начитавшись в интернете, вот, что потом придется очень долго лежать в больнице и лечиться. Были такие прецеденты? Да, были. Вот. Особенно, когда начинают экспериментировать с какими-то там суперсовременными фармсредствами, как, например, дыхание газом ксенон. Кто-нибудь пробовал? Нет. Ну, слава богу, ты знаешь. Вот, потому что почему упомянул о нем вначале? Потому что я всю жизнь борюсь с использованием ксенона, да. А, у вас просто какой-то другой, да? Нет. Нет, именно он один ксенон, он один ксенон. Вот. Эффект колоссальный после, так сказать, там, с точки зрения ментальности и вот, скажем так, мобилизации организма. Есть один нюанс, что существует так называемый эффект отмены. То есть я считаю, что ксенон – это где-то ближе к наркотическим средствам. Вот. Это первое. Второе, такое бездумное использование опасно для жизни. Ну и, естественно, современный спорт – это запредельная мотивация на победу. Если говорить о любителях, у вас тоже запредельная мотивация решить ту задачу, которую вы для себя поставили. Знаю, довольно часто отговаривал, не надо, отговорить практически невозможно. Нет, побегу и все. Поэтому, исходя из этого, так, что должно быть для того, чтобы быть успешным в спорте? Это генетическая одаренность, это правильно организованные тренировки и отдых, и рациональное адекватное питание. Ну, остановлюсь на первом. Вот организация работы организма. Как видите, всем нашим организмом управляет так называемая генетическая управляющая система развития организма. На сегодняшний день генетика очень популярна. Она дошла до того, что генетические анализы делаются, которые позволяют, с одной стороны, определить, насколько безопасно для организма заниматься тем или иным видом спорта и насколько эти занятия могут быть успешны. И второе – это скорректировать питание, тренировки в зависимости от генетических мутаций или генетических полиморфизмов. Вот. Поэтому, если говорить о генетике, уже можно определить перспективность в раннем возрасте и, с другой стороны, скорректировать те мутации, которые не позволяют спортсмену реализовывать себя в полной мере. Вот как на сегодняшний день выглядит генетический анализ и рекомендации по коррекции питания
и использование фармпрепаратов в зависимости от тех или иных полиморфизмов или мутаций, которые есть. Вот, как видите здесь, это где-то третья часть от генетической панели. Вот. И в зависимости от активности тех или иных генов подбираются те или иные продукты спортивного питания, которые могут быть полезны для индивидуального спортсмена. Таким образом, именно генетические анализы позволяют индивидуализировать питание спортсмена. Ну, как пример, это вот есть такой хитрый, так называемый фолатный цикл, на выходе которая является метильные группы. Вот, недостаток метильных групп в организме ослабляет синтез ДНК в организме, обмен белков, обмен липидов и метилирование. Вот. Кстати, если вот этот цикл у данного индивидуума нарушен, то необходим дополнительный прием так называемого S-аденозин-метионина. Дальше я, так сказать, скажу об этом. Вот, например, как выглядит коррекция обмена веществ. В зависимости от полиморфизмов тех или иных генов, для спортсмена подбирается индивидуально режим тренировок и режим питания. То есть, какие должны быть тренировки и, соответственно, какое должно быть соотношение белков, жиров и углеводов в рационе индивидуума. Есть некие стандартные рекомендации, о которых я скажу выше, но, сделав такой анализ, можно эти рекомендации подкорректировать для каждого индивидуального человека. Почему говорю об этом? Если еще 10 лет назад стоимость генетического анализа была просто невероятно дорого, то на сегодняшний день для спортсмена, для того, чтобы понять его особенности, которые необходимо скорректировать для конкретного вида спорта, стоимость анализа заключением где-то составляет 20-30 тысяч рублей. То есть, если там 10 лет назад, это на порядок было больше. Вот. Какие проблемы возникают у спортсменов? Ну, у вас или могут возникнуть и у вас. То есть, их довольно много. Вот. Вот. Желательно избежать каждой из этой проблемы, или если она возникла, то каким-то образом попытаться скорректировать. Значит, не буду писать, это то, что, о чем необходимо говорить, что необходимо знать. Поэтому вот сначала желательно пройти, это мы говорим о профессиональном спорте, вот такой большой блок тестирования. Пожалуйста. Теперь поподробнее. Первое – это определение инфекций, которые есть в организме. К сожалению, фраза врачей, что нет здоровых людей, есть недообследование. Недообследование с точки зрения инфекции, она абсолютно правильная. Каждый из нас в своем организме носит десятки инфекций. Вот. Мы с ними уже смирились, наш организм каким-то образом адаптировался к ним. Но есть инфекции, которые действительно не оказывают фатального влияния на здоровье. А есть инфекции, которые могут быть фатальны для конкретного человека. Особенно опасны паразитные инфекции, которых очень трудно определять, и различные вирусные инфекции. Тот же самый грипп, вроде бы мы серьезно не воспринимали его, а сейчас нам каждый день говорят о десятках смертей от банального гриппа, как казалось бы. Я уже не говорю, о более серьезных вирусных инфекциях. Почему я показал это оборудование? Потому что, хотя оно и подвергается
определенные обструкции в среде классических врачей, но вот первичный мониторинг инфекций наиболее хорошо проводить именно на таком биорезонансном оборудовании. Дальше вы можете посмотреть уже более подробно с помощью биохимических анализов, вот, но для того, чтобы посмотреть все инфекции, которые есть, денег не хватит с методами лабораторными. Это такая методика. Вот, довольно просто, но поверьте мне, так сказать, если, скажем так, хороший специалист, опытный, это позволяет очень быстро и выявить те инфекции, которые, от которых надо избавляться. Следующее. Ну, кто там был, так сказать, на лекции здесь? Это прибор для определения состава тела. Вот так замеряется. Вот. И, соответственно, вот, что с помощью этого замера определяется? Содержание жира в организме, содержание делящихся клеток в организме, так называемая активная клеточная масса, содержание скелетно-мышечной массы, содержание воды и функциональное состояние через так называемое активное и реактивное сопротивление. Вот. Эти два показателя, активное и реактивное сопротивление, показывают, насколько эффективно наш организм проводит банальный электрический сигнал, то есть импульс от нервной системы к мышцам, и реактивное сопротивление, насколько эффективно наша клетка может накапливать энергию. Вот. С помощью этого показателя определяется ваша функциональная готовность через фазовый угол и мониторируется, насколько правильно организован тренировочный процесс. Вот каким должен быть, по моему мнению, спортсмен в циклических видах спорта. Это низкое содержание жира, 5-10%. Это большая скелетно-мышечная масса, 50-55% от общей массы, большая активная клеточная масса, высокое реактивное сопротивление, высокий фазовый угол, низкое содержание внеклеточной жидкости. Если спортсмен по замерам соответствует всем этим показателям, значит, можно сказать, что он почти профессионал. Вот. И к таким показателям надо стремиться. Следующий – это, скажем так, панель анализов, применяемая в спорте. Вот. Здесь те биохимические показатели крови, которые чаще всего имеют отклонение от нормы, и по которым можно судить о текущем состоянии всех органов человека. И, соответственно, различные методы функционального тестирования, вот, которые позволяют определить мощность отдельных мышц, максимальное потребление кислорода. Вот этот прибор позволяет определять так называемую координационную устойчивость, что в лыжном спорте очень важно, особенно на фоне усталости. Координационная устойчивость, то есть насколько человек скоординирован. Вот, и нужно ли ему это тренировать. Вот, ну, вот, ну и там показывает, можно определить мощность каждой мышцы. Ну, еще интересное направление, которое используется в современном спорте, это так называемая работа прикладных кинезиологов. В чем она заключается? Определяются те мышцы, которые выключены, или наоборот, очень перевозбудимы, и приводится тонус мышц в порядок. Это, в первую очередь, повышает эффективность выполнения движений и предотвращает травмы, особенно травмы суставов. Вот. Не буду вдаваться, так сказать, в глубинные вещи, так сказать, то есть, но, поверьте, каждый из вас имеет проблемы с мышечным тонусом в той или иной. И для того, чтобы так не навредить своему здоровью, если там есть возможность, то... А массаж вот. Это решает? Нет. Нет. Массаж это не решает. Можно сколько угодно, скажем так, работать массажисту. Если это массажист, который знает основы кинезиологии и предварительно проведет мышечное тестирование, вот. В профессиональном спорте
скажем так, уже в тех командах или там в тех видах спорта, где поняли эффективность, специалист-кинезиолог стоит непосредственно, там, допустим, у борцов перед ковром, и между схватками он корректирует тонус мышц борца. Соответственно, там у пловцов перед стартом и там за 5 минут до выхода в бассейн он ему, так сказать, корректирует мышцы, тонус мышц. Вот. Ну, соответственно, так сказать, дальше идет работа со спортсменом на основе проведенного тестирования. То есть разрабатывается программа, разрабатывается рационы питания, проводится тестирование состава тела, необходимые биохимические анализы, подбираются специализированные питания и БАДы, и периодически производится, так сказать, тестирование специалистом-кинезиологом. Ну, теперь, так сказать, перейдем к питанию. Значит, как должно быть организовано питание? Нужно рассчитать индивидуальные энерготраты спортсмена за сутки, определить вклад жирового белкового углеводного обеспечения, определить калорийность, потребность в нутриентах, соотношение обычной пищи и специализированного питания, ну и, соответственно, расписать программу питания и диету. Вот на этом слайде я попытался, так сказать, показать, каковы потребности различных органов в энергии, в состоянии покоя и при физической нагрузке. Как вы видите, в состоянии покоя энерготраты небольшие. 2300 килокалорий в сутки – это, скажем так, средние энерготраты, даже, я бы сказал, максимальный энерготрат современного человека, который не занимается спортом. Вот. И, соответственно, как изменяется энергопотребление при нагрузке во время физической активности. Ну, средняя тренировка с высокой интенсивностью, тем более соревнования в хорошем темпе, это примерно 840 килокалорий в час. Как видите, основные потребители энергии – это работающие мышцы и мозг, нервная система, которая генерирует электрический импульс для того, чтобы мышцы сокращались. Поэтому, если мы говорим о питании во время соревнований, то основная задача, да и во время тренировок, обеспечить энергией работающие мышцы и обеспечить энергией нервную систему. Вот тоже интересный слайд. Что входит в состав поперечно-полосатых мышц? Человек от животных принципиально не отличается. Вот. Что нам интересно? Нам интересно содержание гликогена в мышце. Как видите, его количество колеблется от 0,3 до 3% от сырой массы мышцы. То есть гликоген у мышцы может колебаться на порядок. Содержание белка в мышце тоже, так сказать, довольно большое колебание белка. Вот. Ну и что интересно, что тех микронутриентов, о которых вы слышали как-то, это основной источник энергии — аденозин, трифосфорная кислота. Вот. Это и креатинин, это и карнозин, это и карнитин, это и креатин. Там, ну, там про карнозин, наверное, да, но про карнитин и креатин слышали все, потому что это добавки, которые на сегодняшний день там архипопулярны. Но это еще раз подтверждает, что да, они есть в работающей мышце, и они организму данные вещества необходимы. Как посчитать те потребности в энергетических субстратах, точнее, а прежде всего гликогене, необходимые? Для этого нужно рассчитать пульс, которого вы планируете во время соревнований, определить затраты энергии на работу мышц и работу нервной системы по этому соотношению, соответственно, определить необходимое количество гликогена, который необходим вам. Почему необходимо на дистанцию? Наш организм
и мышцы очень интересные. И во время физической нагрузки мышца использует только те питательные вещества, которые накоплены этой мышцей во время восстановления. То есть почему рекомендуется пить углеводы, вот, я скажу чуть попозже. Но, то есть углеводы нужно пить не для питания мышц. Следующее. Определить необходимое количество глюкозы на дистанцию. Исходя из этого, кстати, если вы циклики, кто знаком с углеводной загрузкой и использовал, ну, кто бегал и использовал ее? Слышали. Слышали, понятно. Расскажу. И, соответственно, определить необходимость, которую необходимо принимать во время дистанции. Вот здесь расчет конкретного человека, которого мы готовим к суточному бегу. Вот, значит, соответственно, мы посмотрели это, кстати, и пришли к выводу, что 120 – это тот максимальный пульс, на котором он может бежать. Потребление кислорода у него на пульсе 120 ударов – 2 литра в минуту. Соответственно, во время тестирования на этом потреблении кислорода было определено, что энерготраты у него 650 килокалорий в час. Исходя из этого, вот, затраты на работу организма – это 490 килокалорий, на работу нервной системы – 160 килокалорий. Это вот исходя из того соотношения, сколько работающий организм, сколько тратит мышцы, сколько тратит нервная система. Естественно, для того, чтобы бежать в таком пульсе в течение суток, ему нужно в клетке 780 грамм гликогена. Если вы знаете теорию, то наши мышцы при обычном питании максимально аккумулируют 300-350 грамм гликогена. Вот. Поэтому задача, вот зачем нужна углеводная нагрузка, заставить мышцу впитать еще столько же глюкозы для того, чтобы синтезировать гликоген. Соответственно, ему будет необходимо для питания нервной системы и работы головного мозга 960 грамм глюкозы. Это столько углеводов он должен будет принять во время суточного бега. Это то количество глюкозы, которое должно поступить в кровь и дальше в головной мозг. Если этого не будет, то организм начнет использовать совершенно, так сказать, различные источники энергии, то есть это и разрушение мышечного белка. Разрушение мышечного белка приведет к тому, что, соответственно, организм начнет отравляться продуктами распада мышечного белка. А здесь отравление нервной системы, снижение координации и так далее. Вот, поэтому это то количество, которое необходимо. Соответственно, как я уже сказал, нужно в момент углеводной загрузки ему будет дополнительно к обычному питанию принять 350 грамм специальных продуктов, которые обеспечивают углеводную загрузку. Ну и, соответственно, исходя из расчета, необходимое количество потребления углеводов на дистанции – это 40-60 грамм в час. Это вот как должно быть. То есть вы должны перед соревнованиями четко понимать, сколько вы будете употреблять напитков во время дистанции, с какой периодичностью, и, скажем так, желательно придерживаться. Не вот так бездумно, знаете, как обычно говорят, вот там два тюбика там за час выпивайте, запивайте водой, и все будет хорошо. Желательно, если подходить по-научному к подготовке, то все должно быть досконально посчитано. Если превысить эти значения, то начинается выброс инсулина, потому что лишние углеводы организм должен утилизировать, которые находятся в кровяном русле. Соответственно, выброс инсулина – это ухудшение самочувствия, проявление сонливости, соответственно, снижение работоспособности, то есть всячески нужно стремиться к тому, чтобы во время соревнований выброса инсулина не было. Почему? Если говорить, скажем так, сколько нужно организму
глюкозы во время интенсивной нагрузки это 1-2 грамма в минуту. Дальше буду говорить о продуктах, которые для этого, почему они такие сложные, вот, и именно с этой целью, чтобы четко обеспечить вот это вот ни больше, ни меньше. Вот. Ну и это мы поговорили о углеводах, глюкозе, гликогене. И вот, скажем так, есть такие рекомендации, которые рекомендуемы Минздравом, Роспотребнадзором. Это рекомендуемые уровни потребления минорных и биологически активных веществ для взрослых, которые не занимаются спортом. Вот. Вот. Опять же, как вы видите, здесь и L-карнитин, и коэнзим Q10. Эта таблица, эти рекомендации впервые появились в 2008 году. До этого времени таких рекомендаций не было. И сразу после появления этих рекомендаций прекратились споры, а нужно ли обычному человеку использовать вот какие-то добавки, потому что получить количество и даже отдельные минорные вещества с помощью обычной пищи практически невозможно. Соответственно, какие основные продукты, требования? Качество, балансированный состав, понятные и простые ингредиенты продуктов. То есть я сторонник того, что продукт должен быть разумно минимизирован по ингредиентному составу. Я не очень понимаю навороченные продукты, у которых 50-70 ингредиентов. Этим очень грешат американцы. Вот они туда напихают все подряд. Вот, и говорят, вот вам банка вот такая, съедайте, получите все. Нет, лучше все принимать раздельно, по определенной программе. Соответственно, вот какие у нас определены продукты спортивного питания. Это опять же утверждено приказом Минспорта. То есть, да, вот есть концепция спортивного питания, где вот такие виды спортивного питания. Их много, они различные. Вот, и все они необходимы. Ну, теперь так, постараюсь максимально быстро по продуктам, чтобы поподробнее. Значит, что на сегодняшний день интересно, перспективно и почему? Первое. Это продукты на основе молозива, так называемого колострума. Чем они интересны? Тем, что в этих продуктах есть так называемые активные пептиды, факторы роста в довольно большом количестве. Все это, тестостерон, инсулиноподобный фактор роста 1, 2 и так далее, находится в коровьем молозиве. И при щадящей технологии все сохраняется в нативном виде. Это является продуктом питания. Вот. Соответственно, разрешен к употреблению всеми людьми без ограничений. БЦ-аминокислоты все знают, популярны, эффективны, интересны, необходимы. Связано с тем, что на 70% мышцы состоят из трех аминокислот – лейцин, изолейцин, валин. При интенсивных нагрузках, при недостаточном энергии, накоплении энергетических субстратов, в частности гликогена, организм, клетка начинает тратить мышечный белок для того, чтобы три эти аминокислоты стали источником энергии. Принимая дополнительно перед нагрузками и после вы таким образом сохраняете мышцы от разрушения. Именно за счет того, что мышца не видит, нет, абсолютно правильно. Вот. Именно из-за того, что попадая в кровь, они являются сигнальными молекулами для мышцы, для нервной системы, что дополнительный источник энергии в организме есть. Поэтому можно тратить. А противопоказания есть? Никаких.
это обычные продукты питания. Все они зарегистрированы, и в Европе они зарегистрированы как продукт питания. Но у нас, ввиду борьбы с БАДами и так далее, я вообще не понимаю понятия биологически активная добавка как продукт, специализированный пищевой продукт для питания спортсменов. Почему там для питания спортсменов сделали? Потому что пока там РУСАДА не разрушилась и так далее, еще для спорта эти все продукты проходили антидопинговый контроль. Вот сейчас приходится довольствоваться только письмами от производителя, что не содержит никаких там запрещенных фармацевтических субстанций. Это продукт питания. Следующий продукт, который современен и популярен, это смесь аминокислот. Значит, еще там несколько лет назад это были гидролизаты белков с низкой степенью гидролиза. Сейчас европейские производители от этого ушли, синтезированы все необходимые незаменимые аминокислоты, собираются вместе, таблетируются, и принимая 4-5 таблеток, вы получаете дополнительно необходимое количество именно незаменимых аминокислот, которые в организме не синтезируются. Если говорить, мой такая фраза, что когда мы потребляем белок, то заменимые аминокислоты мы употребляем в нагрузку к незаменимым аминокислотам. Заменимые аминокислоты синтезируются в организме, и для организма они, как лишняя нагрузка, они ему не нужны. Вот, но в белке они есть. Это как замена БЦА или это плюс БЦА? Это, БЦА. Да, он содержит БЦА, но это здесь 11 незаменимых аминокислот. Это как дополнительный источник аминокислот. То есть если вы не хотите, скажем так, пить белковые продукты, то вы можете абсолютно спокойно там. Значит, все зависит от интенсивности тренировок. То есть, если, допустим, силовая тренировка, то можно пить это, БЦА не пить. Если вы, так сказать, у вас интенсивная, высокоскоростная тренировка, то лучше все-таки еще БЦА перед тренировкой непосредственно выпить. Примерно, скажем так, грамм на килограмм веса. Вот, это максимум. И то разделенное. Да, получается не больше 5 грамм за один прием. Тоже популярная добавка, содержащая глютамин. Основная задача, с одной стороны, синтез белка, с другой стороны, укрепление иммунной системы. Вот. Есть две формы, глютамин-пептид и чистый глютамин. Что лучше с точки зрения сохранности и стабильности? Глютамин-пептид лучше, потому что есть исследование, что L-глютамин при воздействии с воздухом разрушается. Спортсмены профессиональные принимают его много, даже, я сказал бы, очень много. То есть до 30 грамм в день. Это вот как раз тот уникальный продукт, который служит для углеводной загрузки. Действующее вещество в нем или ингредиент – это витарго. Это цепочка, состоящая из тысячи молекул глюкозы, соединенных в линейную цепочку. И поэтому через одну транспортную систему в мышечную клетку попадает не одна молекула глюкозы, а сразу тысяча. Дальше, так сказать, в программе покажу, как это использовать углеводные загрузки. Интересен напиток для бикарбонатной загрузки. Предотвращает закисление мышц, снижает закисление крови. Очень эффективен. Если говорить, так сказать, о цикликах, то практически необходим для триатлонистов или для тех, кто айронмен, потому что все-таки, если в беге, в лыжном спорте, там в аэробном режиме идет, то здесь на разных этапах это смешанный режим. Потому что, как показывает практика, одновременно плыть, ехать на велосипеде и бежать
с высокой эффективностью организму довольно сложно. У каждого есть какие-то слабые мышцы, которые закисляются. Вот. Это, скажем так, всем известные гели. Чем они интересны? Есть большое количество производителей, все примерно, так сказать, одинаковые. На что нужно обращать внимание? Первое – это удобная упаковка, потому что эти гели вам придется пить во время интенсивного движения, поэтому она должна хорошо открываться, она должна не вытекать. Вот. Вы должны, так сказать, иметь возможность закрыть, там, положить куда-то, так сказать, в карман или там еще и двигаться дальше, потому что нужно выпивать не целый гель, а примерно там треть или половинку. Вот. Соответственно, очень важно, особенно для зимних видов спорта, чтобы этот гель не замерзал при низких температурах. Ну, как показывает практика, из тех гелей, которые существуют на рынке российском, примерно 50% не замерзают, но 50% замерзают. То есть это если в первую очередь, когда там низкая концентрация углеводов, много воды, ну, вы можете очень просто проверить это, там, предварительно купив гель, положив в морозильник и смотрите. Замерз, все, не подходит. Не замерз, значит, можете спокойно использовать. Соответственно, креатин популярен, моден, необходим, повышает мощность и эффективность работы мышц. Как вы видели, креатина в мышцах довольно много. Было очень много, так сказать, различных форм, то есть это был креатин-моногидрат, различные эфиры креатина. Сейчас последняя разработка ученых – это называемый креатин-пируват. Сразу вас хочу предупредить, что нужно, если смотреть, что входит. То есть должно входить именно ингредиент креатин-пируват. Потому что многие потребители под названием креатин-пируват добавляют в продукт пировиноградную кислоту и креатин-моногидрат. Вот. Это совсем другие продукты. Именно должен быть действующее вещество, запатентованный креатин-пируват. Вот. Чем? Зачем нужно уменьшать жировой запас? Потому что, как я показал, идеально для циклика это 5-10% жира. Вот у вас... Дело в том, что на севере вот, тоже содержание жира для человеческого организма такое количество абсолютно комфортно. Вот, вот. Меньше 10 нельзя. Просто если мы говорим о... Ну, необходимости показать какой-то выдающийся результат в марафоне, особенно в марафоне, то могу вам сразу сказать, чем меньше вес, тем легче бежать. И вот на короткий промежуток снизить потребление жира для организма можно, ну, а часто и нужно. Но довольно сложно. Ну, есть расчет эффективности бега в зависимости от... Дело в том, что потребление кислорода, оно считается на килограмм веса. Увеличить потребление кислорода в зрелом возрасте практически невозможно. Повысить эффективность веса можно только за счет эффективность бега только за счет снижения веса. И вот напитки, которые пьют марафонцы, лыжники во время гонки. Вот. Значит... В чем тонкость? Чем сложнее состав напитка, тем он лучше. Это связано с тем, что только сложный состав напитка позволит гарантированно обеспечить при нечастом приеме именно вот гарантированное поступление 1-2 грамм глюкозы в кровь для питания нервной системы. Конечно, если там вы за плечи взяли эту суть, бутылку с напитком и, соответственно, постоянно пьете, то можно и глюкозу пить. Вот. Но это неудобно и это практически невозможно. Вот. Есть определенные моменты, когда нужно пить. Значит, есть несколько
на сегодняшний день типов напитков. Это так называемые изотонические напитки. Для них концентрация углеводов в литре воды примерно 75 грамм. Это новое поколение напитков, которые также имеют концентрацию 60-80 грамм на литр воды, но чем они отличаются принципиально от изотонических напиток? Они не содержат кислот. И pH таких напитков приближено к pH крови. То есть, употребляя кислые напитки, вы дополнительно закисляете внутреннюю среду и кровь к тому, что закисляется во время самой нагрузки. Эти напитки немножко необычны для на вкус, то есть они, как я называю, немножко содовые, то есть они пресноватые. Но тем не менее, то есть, когда привыкаешь, припиваешься к нему, то уже перейти на кислые напитки довольно сложно. Есть, скажем так, три свойства напитка. То есть гипотонический напиток, когда осмолярное давление напитка меньше осмолярного давления жидкости желудочно-кишечного тракта, значит, он очень быстро впитывается через стенки желудка. Есть изотонический напиток, когда примерно равно, поэтому он постепенно впитывается. Есть гипертонический напиток, которого пить нельзя, потому что сначала в организме он должен стать гипотоническим, то есть снизить концентрацию углеводов и только потом усвоиться. Все зависит от того, при какой температуре. То есть в жару, естественно, нужно его пить менее концентрированно, потому что нужно потреблять большее количество жидкости. Вот. Вы больше потеете. В холодную погоду вы наоборот, кстати, поэтому можно и меньше пьете. Поэтому здесь можно более концентрированный напиток. Вот. Потому что есть, допустим, вот гипотонические напитки, где рекомендуемая концентрация 48 грамм на литр воды. Извините, изотоник это тоже касается, то есть можно концентрирование сделать, да, на лыжном марафоне? Вот можно сделать, вот. Вот. Вот этот напиток можно сделать по концентрированию. Он очень пресный. Дело в том, что еще если делать концентрирование, то меняется органолептика, и он становится кислым. Вот если взять изотоник, у него pH 4,5. А вот изотоник крепче можно делать? Можно делать. Нет, ради бога, делайте. Вот, это можно. Просто здесь еще важен органолептика, чтобы вот эта концентрация напитка была комфортна вам. Вот. Потому что все знают, что вот когда во время нагрузки пьешь, особенно на фоне усталости, рецепторы меняются, и часто, так сказать, напиток становится, просто его невозможно пить. Допустим, вот компетишн не все могут пить. Вот. Если не могут, во время интенсивного, надо пробовать, надо экспериментировать, надо подбирать для себя. Вот гипотоник отличается тем, что рекомендуемая концентрация углеводов в этом напитке 48 грамм на литр, а в изотоники 78 грамм на литр. То есть вот здесь концентрация углеводов меньше, больше жидкости. Вот как раз для мотивации и мобилизации на последний рывок вот, существуют вот такие продукты. Опять же, есть два подхода. Первое, это когда в такие продукты добавляют синтетический кофеин, ну, не заморачивайся, Red Bull, это прекрасный представитель, так сказать, из колы синтетического кофеина. Вот. Моментальная стимуляция нервной системы, тремор и так далее, все там через там, 10-15 минут считайте, что почему, допустим, колу. Вот кола эффективна там, на последние там, 2-3 километра, да, вот когда уже, вот, потому что уже с последнего. Здесь связующие это экстракты гуараны, зеленого чая и мате. И кофеин, а также еще два сксантина, теофилин и теобрамин в связанном виде и поступают в организм медленно. Вот. Поэтому это позволяет тонизирующий эффект растянуть на довольно продолжительное время и включение организма происходит постепенно. Эффективно, многим помогает, но
Опять же, нужно пробовать, потому что для сверхвозбудимых людей вот, это может быть, так сказать, вредно. Нет. Попробуйте, тремор начался, значит, это не для вас. На соревнованиях вроде адреналин помогает. Есть люди, у которых адреналин. Нет, у которых адреналин. Тут как раз настолько интенсивно выбрасывается, что им уже ничего не надо. Да, слушаю. Синтетический кофеин, вот весь, все количество кофеина, которое выпивается, оно моментально попадает на рецепторы головного мозга. И у вас происходит перевозбудимость нервной системы. Вот. И, скажем так, начинается сужение сосудов, вот это покраснение лица, вот, и часто ухудшение координации, тремор. Вот. Поэтому, ну, по большому счету, кофеин для организма – это яд. Вот. И когда мозг и нервная система моментально получают большое количество кофеина, а именно синтетически он весь, это простые молекулы. Здесь кофеин привязан к молекулам, ну, самого исходного растения, там, гуараны, и он постепенно попадает к мозгу, то есть к мозгу, на рецепторы мозга. То есть даже, ну, если попробуете, допустим, этот продукт, то вы увидите, что там нет такого перевозбуждения. Это просто у вас повышается концентрация внимания, просто у вас тонус улучшается. Особенно на фоне усталости, когда вот руки опускаются, уже все, так сказать, это единственное средство, которое позволяет дальше двигаться. Нет, в принципе, хватает его где-то на час. Продуктов, которые улучшают координацию и работу нервной системы, это продукты, которые основаны на фосфодиэстеринах. Это фосфолипид, который улучшает просто передачу нервного импульса. Вот. Значит, где он может быть, так сказать, использован? Вот он может быть полезен для триатлонистов, в Ironman именно и шахматистов, да. Нет, вы зря, он абсолютно прав. Вот, я спрашиваю у людей, часто берут просто там студенты, программисты и так далее, вот эти продукты. Я говорю, какое ощущение у вас после там нескольких дней приема? Он говорит, ощущение, что я стал очень умным. Ну, а это надо после соревнований? Нет, это нужно принимать в течение 5 дней до соревнований. До соревнований, да? Да. Ну, если есть, но можно принимать и каждый день. Если вы интенсивно работаете, если вы заняты умственным трудом, пока не почувствуете себя очень умной. Если говорить о эластичности сосудов, если у вас повышенное давление, вот, тем более, если у вас, кстати, еще предотвращение гипертонии, то вот этот продукт позволяет эти проблемы каким-то образом устранить за счет повышения так называемой синтеза окиси азота, которая снижает тонус сосудов, повышает эластичность. А чистый L-карнитин не решает вопрос эластичности? Нет. Нет. L-карнитин – это чисто продукт, который обеспечивает транспорт жирных кислот в митохондрии для утилизации. Да. А просто аргинин? Просто аргинин в какой-то степени решает, но чем интересен вот этот сосуд, этот продукт? Он содержит аргинин в небольшом количестве. Но кроме этого, здесь есть экстракты растений, которые блокируют разрушение закиси азота. Закись азота, она очень быстро разрушается, она живет буквально несколько миллисекунд. Вот наличие этих экстрактов позволяет не только синтезировать, но еще сохранять. Еще один интересный продукт, так называемый продукт, который содержит нуклеотиды.
Это вот, скажем так, сложные соединения, которые содержат пурины, рибозу и АТФ, и которые необходимы организму для восстановления поврежденных клеток. Все, скажем так, то, что я говорил, это импортное. Что же есть на российском рынке? На российском рынке из эксклюзивных вещей это продукты из крови марала, которые содержат те же биоактивные факторы роста, гормоны, в принципе, как и молозиво, но только в более высоких концентрациях. И продукты на основе экстрактов растений, которые содержат биологически активные соединения, влияющие на различные системы нашего организма. Вот. Ни один, ни второй продукт нигде в мире, в Европе в таком качестве не делается, ввиду отсутствия сырья достаточного. Ну и так, для информации, это из перспективных продуктов, которые еще не появились на нашем рынке, но довольно интересны. Это так называемые кетоновые продукты. Англичане добиваются в циклике результатов во многом благодаря вот использованию данных продуктов. Ну, теперь, как это все? То, что все ждали. Ну, я. Это во время тренировок. Полноценное питание плюс добавление продуктов, которые необходимы для улучшения работоспособности. Это именно, скажем так, исходя из многолетнего опыта работы со спортсменами, то, что обеспечивает высокую работоспособность, сохранение здоровья, улучшение результата во время тренировок. Да. Если у вас здоровый желудок, то тогда нужно смотреть. Допустим, если повышенная кислотность, нужно подбирать изотонический напиток с низкой кислотностью, потому что иначе, если какие-то, скажем так, нарушения пищеварения, то нужно осторожно белковые продукты употреблять. Ну, вот распространенная тема, что вот эти углеводные гели слабительным действием обладают. Проблем с желудочно-кишечным трактом, во время, скажем так, пика физической формы эта проблема есть. Вот. Значит, если проблемы с желудком, могу вам сказать из опыта. Вот это средство решает все проблемы с пищеварением. Да, по две капсулы два раза в день. Вот. Причем эффект наступает буквально на третий-четвертый день. Удивительно, но правда. Улучшается перистатика кишечника, улучшается усвоение пищи. Пропадают те негативные эффекты, которые связаны с плохим усвоением пищи. Вот как выглядит за сутки до соревнований. Значит, что отличается тем, что появляется продукт, который называется CarboLouder. Вы его принимаете во время завтрака, во время обеда и во время ужина. Вот. И четвертую порцию за 20-30 минут до сна. Вот. Если вы не тренируетесь, если вы просто лежите, вот, во сне, вверх ногами, вот, и готовитесь к старту, вот, вот, то можно все это не использовать, но CarboLouder использовать обязательно.
Да. Его нужно за одни сутки. Только за сутки. Не заморачивайтесь. За два дня до старта ограничиваете потребление углеводов до 100, там 150 грамм, и компенсируете это дополнительным количеством белка. Вот. Таким образом идет опустошение гликогенового депо, потому что клетка еще не успела адаптироваться, она перестала экономить. Она не стала экономить. А за сутки до старта вы просто загружаетесь карболаудером. Сколько? В зависимости от веса, от 150 до 350 грамм. Больше не надо. Ну. Да, в сухом веществе дополнительно к обычному питанию. Таким образом, вы обеспечите себе поступление, дополнительное накопление гликогена. Ну. Ну, и, соответственно, если мы говорим о соревнованиях, за там, 2 часа до старта провести бикарбонатную загрузку лактат-буфером, но предварительно нужно лактат-буфер попробовать до соревнований, потому что у некоторых желудок реагирует на бикарбонатную загрузку. Вот на БЦА и заканчиваем. Все просто. Вот. Ничего там сверхъестественного нету. Вот. К питанию нужно подойти вдумчиво. Очень разумно подобрать продукты, которые действительно качественные. Для этого читайте этикетки очень внимательно. Значит, почему остановился на этих продуктах? Потому что эти продукты безупречны в профессиональном спорте. Это единственная компания, которая делает весь спектр продуктов для профессионального спорта. Вот. Есть многие, допустим, лактат-пуфер, и лактат-буфер не делает никто, кроме них. Потому что все там считают, что зачем такой простенький продукт делать, если там можно обойтись обычной содой. Там, кстати, многие врачи считают. Вот. Содой. Там бикарбонат натрия. Питьевая сода, но подготовленная специально, и цитрат натрия. Микроэлементы обязательно должны присутствовать в рационе вашего питания. Опять же, нужно смотреть, потому что каждый напиток те или иные концентрации микроэлементов содержит, так же, как и витаминов. Вот. Но я бы дополнительно микроэлементы рекомендовал бы принимать. ЦМА или комплекс микроэлементов. Цинк, магний, сейчас очень популярен кобальт, очень популярен кремниевая кислота, натрий, калий. То есть, вот. Что есть такие жидкие сад в баночках, вот есть ли смысл во время марафона их пить, чтобы как бы разрушение мышц, да, приостановить, чтобы во время уже там нагрузки Есть смысл пить, вот, да, то есть, потому что, опять же, все зависит от того, с какой интенсивностью вы бежите. Конечно, сделав функциональное тестирование, современное оборудование позволяет вот вам четко расписать, что вы будете, какие источники энергии тратить во время нагрузки. Жиры, белки, жиры, углеводы или только углеводы. При той интенсивности, которая, скажем так, профессиональные спортсмены бегут, там используются только углеводы. Вот. И там проблема какая? Именно обеспечить достаточное количество гликогена в мышце. Почему? Потому что когда истощаются запасы гликогена, то спортсмен просто уменьшает темп бега. Вот. Или, если он не подготовлен, встает. Вот. Есть такое понятие «стена». Вот. Когда человек встает и двигаться дальше не может. Вот это примерно вот 35-й. Да. Вот. Причем страшное ощущение, когда, казалось бы, вот бегут, а сойти все. И вот особенно неподготовленный, он там 5-10 минут просто еле-еле идет,
Потом механизмы энергообеспечения начинают включаться резервные, другие, то есть организм переходит на жиры, на те же самые аминокислоты и вроде разгоняется дальше. Спасибо большое за внимание, было очень приятно вас послушать.